Всем доброе утро, ребята. Вы меня спрашивали, вот как я делаю эту чесночную пасту вчерашнюю. У меня же два звонка было по WhatsApp от моих друзей. Я вам хочу просто показать, как это делаю и где я его применяю. Беру вот такие пучки, вот они. Петрушка, укроп, вот такой горсть чеснока. Беру вот такой блендер. Блендер должно быть режущий, вот такие, режущими этими. Бросаю вот чеснок сначала. Потом начинаю резать вот укроп, травы, да, будем говорить так. Можно даже до самых стебельков резать. До самых стебельков, ребята. Потому что она измельчает полностью его. Это вы считаете, что полные витамины идут вам. Вот они. Но она просто так крутиться не будет. Его обязательно надо. Вот берет вот такой йогурт. Вот он такой маленький. Вот. Срезали крышечку. Бросаем. Так, теперь соль, потом петрушку, вот она, петрушку тоже, берем вот так вот, надо до самых, как говорится, стебельков, потому что она его полностью измельчает. Вот. Я его почти забиваю. Забиваю почти. Вот она. Закрываю крышку. Включаю. Поехали. Все. Смесь готова. Она зеленого цвета. Заливаем вот такую кастрюлю. Я буду делать и другие партии. Сейчас еще. Вот она, смотрите. Крышечкой закрывает и ставит в холодильник. И каждый раз оттуда берет. Она хорошо идет. Вот смотрите. К нему подаете вот так вот. Жареную рыбку, вот она горяченькая. Картошечка, вот она. И кайфуете, ваш желудок делает праздник каждый день. Понимаете, вы угощаете свой желудок хорошими вещами. И желудок вам говорит, ай, молодец, спасибо, дорогой. В общем, кормите желудок хорошими вещами, всякой гадости не надо. Вот, это... Хорошая еда так же, как и хорошая женщина, понимаете? Вот. Всякой бурдой не надо заниматься. Вот. Пусть будет маленькая, но качественная, хорошая. Не количество, а качество. Вот. И поэтому вот так делайте, друзья мои. И вы будете здоровы. Всегда. Всегда будете здоровы. А рыбку вот так поджарите. И вот так картошку вот такую отварную. Вах! Это самый лучший, ребята, для здоровья. Больше ничего не надо. К нему еще зеленый чай и кайфуем. Как молодежь говорит, и оттопыриваемся по полной. Вот. Всех вам благ. Пока-пока.